Власти Украины обвиняют российскую сторону в провоцировании столкновений в Харькове. Минувшей ночью жертвами перестрелки в центре города стали 2 человека, 5 пострадали. По данным местных властей, провокаторы напали на участников пророссийской манифестации. Активисты решили, что это дело рук радикалов из правого сектора, и направились к местному представительству националистов, где завязалась перестрелка. Находящиеся в здании забаррикадировались и, по сообщениям Итартас, захватили нескольких заложников. Украинские СМИ эту информацию по большей части не подтверждают. Противостояние длилось несколько часов. Милиции удалось разрядить обстановку в результате переговоров. Арестовано около 40 человек с обеих сторон. У них изъято холодное огнестрельное оружие. Сейчас выясняются их личности. С другой стороны, озвучивают мнение о том, что за провокации стоят напротив украинские националисты. Так, уполномоченный российского МИДа по правам человека Константин Долгов в своем твиттере призвал положить конец действиям экстремистов.